Знаете, часовой стрелки, как вы все уже прекрасно знаете, как вы все слышали, на тренинге по левому руку оставляем два круга с выходом на парк. И совсем скоро спортсмены уже появятся с новой стрелкой. Приглашать ее в школу, потому что сейчас у нас сидят игроки, которые сразу бронят в целом бронзовым призером. Я бы еще отметил присутствие среди участников Андрея Кинова, Год назад повторил 75-летие чемпионов в России на железной дистанции. 8 часов 35 минут выйти это. Приближается к заветной финишной арке Олег Корин из Иванова. Великолепное выступление. Главной представительницей фортуна финиширует железный человек из Таксинского.